Так, открыть. Ну, отлично! Ваш компьютер скоро перезагрузится! Внимание, компьютер заражен! Нет! Родители скоро приедут. Нужно успеть удалить вирус до их прихода, а то точно будет полный капец. Автоматический освежитель воздуха. О нет, меня родаки реально убьют! Он сейчас израсходуется весь! Родители, родаки. Нифига там мама, папа как звонят! Прям выбивают дверь, это точно родители? Хоба, всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобой продолжаем играть в различные игрушки. На этот раз, друзья, Skullboy, уничтожь Кинито. Ссылочка, ребята, на игрушку будет в моем телеграм-канале, так что обязательно залетайте. Также поставьте жирненький царский лайкосик. И, друзья, надеюсь, вы помните Кинито, вообще прикольная игрушка. И, ребят, это коллаборация, да, Skullboy плюс Кинито. Будет, я думаю, забавно, потому что это от разработчика 5 ночей со Skullboy'ем. Ну, FNAF плюс Skullboy. И, кстати, было качественно. Короче, ребята, берите что-нибудь вкусненькое, мы начинаем. Погнали. Итак, выбор сложности. Родители придут, как обычно, устройства перезагружаются с обычной скоростью, в доме темно. Для комфортного прохождения упрощенно. Родители придут позже, устройство перезагружается быстрее, светлее. А сложно... Ну, давай на обычном. Так, текущее задание. Включить ПК. Слушай, это реально, это локация из 5 ночей со Skullboy'ем. Не, ну, кстати, прикольно. Боже мой, надеюсь, тут не такие же будут рыбаки, говорю. Родаки. Так. Ну, тут прям, видишь, что там за окошком. Дождик. Так, включить ПК. Открыть интернет. Запуск Shindows. Ох, как же я давно не слышал этого, друзья. Windows XP. Офигеть, просто легендарное. Так, что у нас есть, ребята? Калькулятор, задачи у нас есть. Так, включить ПК, открыть интернет. Ну, кстати, прикольно сделано. Консоль, система, производитель, компьютер, номер версии, фотки. Опа, фотографии, друзья. Андрюшка, Skullboy. Мамка? А кто делал эту фотку? И зачем? Злой батя. Гигантский батя, чё за... Вика? А может, это рыбак все снимал, друзья? Чисто селфи сейчас сделал, да? Так, а это... Это что у нас... Офигеть, я понял, это отсылки на ютуберов. Блин, это прикольно. Хорош, друзья. Ну, это чисто аватарка моего канала, понятно. Я люблю Geometry Dash, правда, не очень там играю, поэтому у меня вот такая вот... А, все, это все, друзья. Ну, это прикольно, спасибо огромное разработчикам. Добро пожаловать в консоль. Так, погоди, нам в интернет надо. Как правильно выбрать шубу? Китайцы создали мощный смартфон с камерой. Выяснилось, зачем люди смартфон... Ну, допустим, как выбрать шубу? Шубовый рай. Как выбрать идеальную шубу? Советы от шубового рая. Выбор шубы — это важное решение. Не, вы чё, серьезно? Нифига себе, они запарились, разработчики. Так, и чё мне надо? Мне надо ввести, знаешь чё? Да куда ж ты? Ну, погоди. А, скачать игру «Танчики» мне надо? Квас. Ошибка 404, ничего не найдено. Ну как же так? Вы серьезно? Вот сейчас мне надо скачать? Ребят, ни в коем случае так не делайте. Ну понятно, сейчас скачает Андрюха. Кстати, у меня тоже такое было, когда мне компьютер только купили, в общем, интернет у меня был. Что-то я скачал, и, короче, баннер на весь экран просто. И перезапускаешь, и он... Я там капец как испугался. Так, открыть. Ну отлично, ваш компьютер скоро перезагрузится. Внимание, компьютер заражен. Нет! Перезагрузка, нет, все пропало. Слушай, ну... Блин. Не, ну вроде бы нормально. А, нет, смотри, интернет изменился. Что-то не то, да? И про шубу теперь не это. Кинито! Привет, юный, я вирус Кинито, и твой компьютер — моя игровая площадка, давай поиграем в игру. Сейчас я объясню тебе ее правила. Ты
чё творишь, блин, экран мне... Упс, прости, что так вышло, я случайно. Первое правило тебе нужно анализировать устройство. Открой консоль. Я покажу. Ну, давай. Так. Состояние заражен. Смотри-ка. А теперь нажми кнопку «Анализ», чтобы посмотреть уровень угрозы. Это вряд ли тебе поможет, но проинформирует. Обнаружена угроза, кинита! Заражение системы 49%. Ой-ой-ой, там есть я, но... У заражения слишком маленькое число, теперь... Ну, короче, все, нажми кнопку «Анализ» еще раз. Так. 100%! Вот так-то лучше. А теперь нажми «Локальные сети», это покажет тебе все устройства локальной сети. Попробуй. Так, смотри-ка, авто... Освежитель воздуха, чё? Телевизор, умная колонка, Галина, робот-пылесос. Это все устройства в твоем доме. А через команду уровень заражения. Так, кажется, здесь чего-то не хватает. Ах да, нужно заразить какое-нибудь устройство. Нажми кнопку «Локальные сети» еще раз. Да, перезагрузим компьютер. Я поставлю тебе очень интересную программу. Освежитель воздуха заражен. Вы что, прикалываетесь? Как он может освежитель воздуха заразить? Я ничего не понимаю. Слушай, это прикольно, это чисто рофл такой. Умная колонка Галина. Галя, ну ты шо? Ха-ха-ха, я тебе ничего не поставлю. Эта перезагрузка была нужна для окончания заражения твоего освежителя воздуха. Я мог сделать ее и сам, но решил попросить тебя. А теперь смотри! Боже, что же он сделает? Твой освежитель воздуха дал сбой, разве не круто? Сходи в туалет и перезагрузи его. Слушайте, ну... Или погоди, стой. Он что-то там печатает? Нет, смотри, пропадает еще, офигеть. Перезагрузить автоматический освежитель воздуха. О нет, меня родаки реально убьют, он сейчас израсходуется весь. Хорош, мы это сделали. Офигеть, тут... Ай, пахнет! Как же пахнет тут, ребята, теперь свежо. А чё у нас? Умная колонка Галина. Чайник. Господи. Мы реально как будто, знаешь, в будущее попали. Так. Чел, ну ты чё-то мне вообще всё хуже и хуже ставишь обои. Так, я тут немного изменил наше рабочее местечко. Класс, хорошо, мне нравится с тобой играть. Я пока отойду, а ты завис, и что? Закрой это окно и открой задание. Так, нажми кнопку перезагрузка в консоли, следовать инструкциям кинита, вернуться обратно к... Так, попробовать найти антивирус. Он как будто нам помогает, мне кажется, это ничего хорошего не даст. Лучший антивирус, скачать онлайн бесплатно, сюда, ребята! Ни капли просто не подозрительно. Лучший антивирус. Мы предлагаем вам надежный, эффективный антивирус, который поможет защитить ваш компьютер. Почему стоит выбрать именно нас? Высокое качество, наши продукты отлично. Короче, скачать, понятно все. Кликаем. Что-то это подозрительно, да? Не думаю, что там настоящий антивирус. Опять же, подвох какой-то будет сейчас. Хотя кто знает? Так, открыть. О, заражение 99%. Ускорить X2 на 30 секунд. Удаление вируса. Не закрывайте это окно. Хорош. Блин, картинка вообще капец. Ну чё, нормально вроде бы. А если я нажму еще раз скачать? Мне просто интересно, что произойдет, друзья? Может, не надо было это делать? Не-не-не, давай закроем. А то сейчас, мне кажется, все тут... Опа. Некоторые устройства локальной сети мешают работе антивируса. Перезагрузите эти устройства. Так, анализ. Локальная сеть. Стабильно. Да что ж такое? Это опять освежитель воздуха! Ну как так? Ой-ой-ой-ой-ой, ну сейчас весь потратит просто! Нормально. Так, текущее задание — удалить вирус. Все, мы сейчас это сделаем. Спокойно, дружище. Так, все. Давай. Да, меньше становится, отлично.
Так, локальная сеть. Освежитель, состояние... А, заражу... О! Мне звонят? Алло? Привет, сынок. Мы уже выезжаем из магазина. Да, купили тебе новые батарейки для твоего любимого джойстика. Скоро будем дома. Не забудь открыть нам дверь. И не трогай пульт. Футбол идет. Мы тебя любим. Так что успей доделать все свои дела. Вот же, блин, родители скоро приедут. Нужно успеть удалить вирус до их прихода, а то точно будет полный капец. Тихо, удалить вирус до прихода родителей? Погоди, он сказал, мы купили тебе новую моторолку для джойстика. Боже, чё, блин? Фига тут батя, а батя сказал, не трогай пульт, там футбол идет. Майнкрафт футбик? Это офигеть имба! Да, то есть ты понимаешь, если мы сейчас вирус не удалим, батя сюда придет смотреть, короче, футбик, и вдруг будет телек выключаться, ой-ой-ой, нам будет. Так, надо срочно, ребята, надо срочно. Так. Привет еще раз, я вернулся, я тут подумал, что тебе слишком скучно. Давай сделаем вот так. Как? Теперь твоя умная станция Галина тоже заражена. Передавай ей привет. А теперь все, я побежал. 100%. Замечательно. Так, ну давай перезагрузочка. Перезагрузка будет возможна только через одну секунду. Ну окей. Чё-то у меня есть такое предчувствие, что мы сегодня игрушку не пройдем, не сможем. Ну, сегодня мы плохую концовку поглядим. Чё там за звук был? Что? Включи свет. Включить свет, выключить свет, прикинь, умная колонка, реально? Ты чё, блин, делаешь? Выключи свет. Умная колонка Галина готова к работе. Умная колонка Галина готова к работе. Ладно, хорошо. Так, 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 друзья, я тебе помог? Да ты чё, блин? Так, ладно, погнали дальше, ребята. Удаление, удаление пошло. Так, анализ. Но он чисто сейчас будет, короче, еще телек и робот-пылесос мне заражать. Капец. Так, перезагрузить освежитель воздух. Ща будет, будет, будет. Включить чайник, включить свет. Включить чайник, включить. А выключить чайник! Выключить свет. Выключить свет. Умная колонка Галина готова к работе. Так, отлично. Так, что там? Родаки еще, слава богу, хоть не приехали. Раз, два, три. Чел, ну ты... Ты просто мне капец! Что ты творишь? Обои еще ставят такие. Так. Я не могу, ну чел, ну ты просто... Ну я не знаю, чуваки. Все, короче. Мы полюбасу не успеем. Так, 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 сразу же антивирус. Все, погнали. Кто-то стучит. Блин, если честно, это немножечко сейчас страшно было. Я думал, это родаки, но это не родаки. А кто это? Может, посмотрим другую передачу? Я не люблю футбол. Чел, ну что ты? А что там? Так, я надеюсь, там не 18+ или что-нибудь. Ух ты, блин.
Ну вот это страшно. Знаешь, ну как бы... Так, если подумать, то было бы прикольно, если бы родаки все-таки бы пришли. Что-то немного страшновато. Слушай, у меня такое есть чувство, что нам полюбасу надо будет нужно ускорять. Торопиться. Чувствую, что родители уже совсем скоро будут дома. Ух ты ж, блин. Так, до прихода родителей понятно. А, так нет, так это еще нифига сколько времени, бро. Ты что, прикалываешься, что ли? Как? Просто как тут можно... Консоль. Некоторые устройства. Так, анализ. Локальная сеть. Да... Чел, что ты... Да... Он все просто заразил, прикинь. Включи свет. Выключи свет. Включи свет. Умная колонка в голове готова к работе. Это капец. Какой-то дурдом здесь происходит. Просто капец. Так, все, отлично, 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 пацаны. Вот кто это постучал? Кто это стучит? До прихода родителей еще вон сколько. Вы что пугаете меня? Давай, 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 давай. Погнали, 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 погнали. Все, нормально, нормально, сейчас... Сейчас мы с этим вирусом быстренько разберемся, ребята. Короче, друзья, подумал я, давайте на плохую концовку все-таки пройдем. Смотри, и телек, и робот-пылесос еще при том. Но следующий ролик, ребят, мы точно пройдем, я думаю. Так, я заблудился. Маленький, ну что ты. Так, до прихода родителей 26 секунд. Мне прям сейчас интересно, что они скажут. Так, вырубаем. Осталось немножко. Ну, ну практически это сделали. 96%, 95. 7, 6, 5. Ну-ка, как они зайдут? Интересно, 3, 2, 1. Ну-ка. И что произойдет сейчас? Родители, родаки, родаки. Нифига там мама, папа как звонят! Прям выбивают двери, это точно родители? Концовка один. Не успел. Ну это просто капец, друзья. Блин, у меня еще тут котенок. Маленький мышь. Отвори, блин. Говнюк. Ну что же, друзья, на этом пока что все. Ссылочка на игру будет у нас в телеграм-канале, так что обязательно залетай. На этом пока что все. Наверное, с хорошей концовкой. Ребят, чуть попозже выйдет ролик. Лайкосик, залетай. Бай-бай, дорогой братишка.